И у меня для вас новая цель. Ведь если мы наберем 150 лайков, то сразу же буду делать новое видео. Конечно, это кажется нереально. Ай, как вы поняли, я таки не успел отдохнуть, поскольку вы набрали за первый день 150 лайков. И вообще, это видео должно было выйти еще вчера, но так как у меня не было времени, я просто не успел. Поэтому я снимаю это прямо сейчас. Кстати, для этого видео я хотел опять же выбрать тему со стрима, но так как ничего особо нормального не предложили, кроме как уровня от подписчиков, которые скоро выйдут, я буду снимать небольшой подкаст. Первое, о чем хочется упомянуть, то что вкладку Global пофиксили. Надеюсь, вы помните то, что раньше во вкладке Global ничего не было. Так вот, совсем недавно это пофиксили, и теперь даже с 500 звезд отображается глобальный рейтинг. Кстати говоря, насчет глобального рейтинга, с ним есть небольшие баги. Давайте даже посмотрим. Допустим, у того же Декоди 6000 звезд, и он расположен на 19000 месте. И давайте теперь сравним со мной. У меня 4000 звезд, и я расположен на 16000 месте. Как бы очевидный баг, не так ли? Ладно, с глобальным рейтингом более-менее все понятно, давайте перейдем к небольшому подкасту. Ну, начнем с того, что видео не будут выходить примерно 3 дня, возможно даже неделю, потому что я буду создавать свой новый левел. Кстати, еще я планирую 31 марта запустить стрим, где я буду с вами общаться и, может, иногда даже проходить ваши уровни. Еще, кстати, я хотел вас поблагодарить за то, что мы за такой короткий срок набрали целых 400 подписчиков. Честно, я просто в шоке. Еще и некоторые видео набрали по 200 лайков. Притом, всего неделю назад я даже надеяться не мог на 100 подписчиков и примерно 20 лайков. Честно, это такая неожиданность, что мой канал в такой короткий срок набрал такую аудиторию. И, кстати, мне до сих пор пишут, чтоб я извинился перед Декоди. Ребят, у нас все нормально сейчас с ним, как бы никакого конфликта нету. Мы недавно разговаривали в скайпе, все нормально решили, без всяких оскорблений и прочего. Извиняюсь за такой короткий ролик, я вроде бы все темы затронул, которые хотел. Ребят, скоро будет Creator School, скоро будет уровень от подписчика, просто подождите небольшой срок. И примерно в начале апреля я уже начну пилить много видео. Так что, ребят, давайте попробуем за этот маленький срок, пока не будет видео, набрать на этом видео, ну, примерно 400 лайков. Ребят, я уже совсем охренел, наверное, вот этого точно не будет, если я сомневался насчет 100 лайков, насчет 150. Но тут уже реально небольшие шансы, так что давайте покажем свою силу, сможем ли мы набрать 400 лайков. Также давайте вы еще подпишитесь на канал, ведь скоро будут еще видео и стримы. Ну, в общем-то, на этом все. Если ты не заметил, что я в этом видео не поздоровался, то напиши об этом комментарий. Ну, а с вами был Неллис, всем пока. I'm not afraid of the dark.